По итогам 2012 года убытки в налоговых декларациях отразили 146 плательщиков Ленинского района города Бреста, или 4% от численности юридических лиц, состоящих на учете. В хозяйственной практике убыток – это выраженные в денежной форме потери, которые понесло предприятие в результате превышения расходов над доходами. Прошлые финансовые провалы покрыть сегодняшними доходами можно, но не во всех случаях и не всегда. С 2012 года Налоговым кодексом Республики Беларусь налогоплательщикам предоставлено право воспользоваться переносом убытков, полученным в предыдущих налоговых периодах, при подаче декларации по налогу на прибыль за текущий налоговый период. Однако сделать это возможно только в тех налоговых периодах, когда величина налоговой базы по налогу на прибыль в текущем налоговом периоде имеет положительное значение. Если эти условия выполняются, то организация вправе сумму прошлых налогов перенести на прибыль текущего налогового периода. Убытки разрешено переносить на протяжении 10 лет. Подобное серьезное послабление для предприятия в определенной мере поддержка в трудный для него период, а не время для расслабления. Убыточная работа предприятия в течение ряда лет без выраженных тенденций к погашению либо уменьшению убытка – это один из признаков недостоверности показателей хозяйственной деятельности, отраженных в отчетности. Так как целью деятельности любой коммерческой организации является получение прибыли, то продолжительной работе себе в убыток сложно найти рациональное объяснение. Для контролирующих органов подобная иррациональность не только признак умышленного занижения показателей хозяйственной деятельности, но и повод для серьезной проверки.